Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 18 июля 2020 года. И посмотрите, как уже славно шлепают детки-викуськи. Это бело-кремовая красавица, девчоночка, которая открыта для резервирования. И ее шоколадный красавец-брат Герцог с белой грудкой. И бело-шоколадный триколорчик мальчишечка. Три щеночка деточки Вики открыты для резервирования. Дата рождения 24 июня. Вот мы, скажи, ходить уже умеем. Все мы умеем. А девочка Гретта уже зарезервирована. Нашла себе мамочку и папочку и передает им приветик. Скоро мы будем делать индивидуальные фото и видео детишек со взвешиванием, когда малышам исполнится 1 месяц. Да, покажем, как детишки подросли. Что они умеют уже делать? Вот сейчас пока тренируемся, учимся ходить. Мамочки у нас пошли на прогулку утреннюю, и вон как громко ругаются. Ну, а малыши постарше сейчас мешают мне делать видео, кусают меня за ножки. Да вот так, вот скажи, почему мне не оказываете внимания, да скажи? Эта красоточка Антарис, она тоже уже зарезервирована, передает своей мамочке привет. Утро начинается, как обычно, с хулиганства. Вот это единственная принцесска из помета от 23 мая, Аурелия, бело-шоколадная с крапом. Девчуленька, которая осталась открыта для резервирования из этого помета. Атос у нас уже в резерве, Антарис в резерве, Ариэлька в резерве. И посмотрите, как они уже подружились с детками-кисульки. Вместе сладенько спят. Вот такие поцелуйки, скажи. Вот такие мы поцелуйки. Это девочка, красоточка Белочка, которая тоже зарезервирована. Так же, как и Бьюти, и передает своей мамочке и папочке приветик. И малыш Бонни, который сейчас сладенько спрятался между девчонками, 3 девчонки, 1 мальчишка. Вот Бонечка, он открыт для резервирования. Что, Ариэлька, ну без тебя же, ну конечно же, без Ариэльки-то я ж ничего же. Как же я буду рассказывать-то, не расскажу про Ариэльку. Ариэлька у нас малышка. Смотрите, какая она маленькая, ей скоро уже 2 месяца, она размером с Бонни, которому месяц. Скоро девчонки поедут на первую прививочку, получат документы и клейма, и будут уже прям вот большие-пребольшие с документами. Да, Бьютенька он играет уже с Антарис. Да, мы вот как быстро уже подружились и подросли. Играем все вместе. Кто-то играет, кто-то спит. Утро у нас начинается очень рано. Примерно где-то в 5 утра, в 5:30 солнышко встает. И наши солнышки все просыпаются. И начинаются тут веселые игры. В конце концов, они уже наигрались, набегались. Сделали все свои делишки. И, видите, дружненько все вместе собираются в спадки. А малыши Тессоньки, которым вчера исполнился 1 месяц, они помладше. Они пока еще у меня все-таки в отдельном вот этом загончике живут. Они все сытенькие и вот такие сладкие потягушки делают. Ребятки уже тоже тут поиграли, походили, побродили, покушали и сладко спят. Подробные индивидуальные видео всех детишек Тесс есть на канале нашего питомника в плейлистах. Мы делали вчера и фото. И вот какие потягушки Викон делает. Очень сладкий толстячок. Вчера делали индивидуальное видео. Из этого помета открыто для резервирования 4 щенка чихуа. Винсент уже в резерве и передает мамочке Оле приветик. А 2 шоколадных мальчика. Бело-черный Викон, который сейчас позирует нам, пузиком показывает. И рыжая сестренка Вивьен находятся в продаже, открыты для резервирования. Время летит очень быстро, малыши растут очень быстро. Еще совсем недавно детки-лялечки были такими же малюсечками,
А сегодня уже во какие большие, уже скоро едем на прививочку. И скоро уже в этот загончик переселяются детки-викуськи, уже тоже начинают шлепать и ходить. Ну вот у нас опять мир, покой, тишина. Кто где? А то спит с лисенком. Ребятки тут собрались в одну лежаночку все вместе. Что? Что? Интересно, зачем я с камерой тут пришла? Ой, скажи, зачем ты тут пришла? Мы тут спать собираемся. Очень дружные детишки. Вот такие вот малышки. Если вам так же, как и нам, нравится наблюдать за маленькими, миленькими щеночками, и вы до сих пор не подписаны на канал нашего питомника, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить новые, интересные, а возможно для кого-то и полезные видео о жизни наших питомцев. А с подписчиками нашего канала мы не прощаемся. Увидимся в новых видео. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мария Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам. Кто меня тут кузькает? Кто меня тут кузькает? Все меня тут кузькают. Кузь-кузь. Кузь-кузь. Вон ваши мамки там ругаются, на улице бегают, да. Афафа.